уникальное предложение только сегодняшнего дня. Это мой выбор. Я невероятно себя чувствую. Тепло, легко, комфортно. Это валенки от бренда Фабади. Это бестселлер бренда и нашего телеканала. В предыдущее появление было полностью все распродано. Мы сотрудничаем с брендом Фабади уже 3 года. А значит, это успех. Вы любите и с удовольствием выбираете этот бренд для себя, для того, чтобы быть абсолютно здоровым. Ольга Крупинина сегодня расскажет нам о том, как сохранить здоровье в зимнее время с помощью валенок. Ты знаешь, самый легкий, мне кажется, самый приятный способ – это действительно каждый день носить вот такие вот валеночки. Причем в них можно ходить дома, в них можно ходить на улице. Мы позаботились абсолютно обо всем. Смотрите, итак, валенки – это 100% овечья шерсть. Внешняя часть – это у нас такой мягкий войлок, очень комфортный, приятный. Валенки гнутся, а это значит, что наш шаг будет легким, комфортным, свободным. Внутри у нас овечья шерсть. Расстегнем. Кстати, очень удобная застежка велькро, наши любимые, да, липучки. И все внутри буквально прям выслано овечьей шерстью. Посмотрите, какая красота. И стелечка, да, вот валенки у нас глубокие, высокие, мы обязательно сегодня с вами их замерим. Внутри у нас все-все-все-все-все. И мысочек, и пяточка, и даже язычок. Все из овечьей шерсти. А это гарантирует нам, конечно же, тепло. Причем тепло очень быстро, оно сохраняется в течение целого дня. Вот так легко мы можем подстроить валенок под свою ножку. Да. Широкая, может быть, ножка, да, узкая. Нам будет комфортно. У нас очень хорошая полнота, поэтому, милые дамы, если вы волнуетесь, потому что у вас, возможно, широкая стопа, может быть, ножки немножко отекают, вот надевайте такие валеночки, действительно, вы почувствуете облегчение. И если вы планируете ходить в этих валеночки на улице, то посмотрите, что я вам предлагаю. Посмотрите, как она гнется, а самое главное, это еще и безопасность. Итак, видим, да? Посмотрите на протектор. Вот я всегда говорю, да, как автомобилисты переобуваются на зимнюю резину, вот так и мы с вами должны переобуться, да, на зимнюю, собственно говоря, обувь. Посмотрите, какой протектор у этой подошвы. Специально сделан для того, чтобы мы с вами могли выходить на ледяную даже поверхность абсолютно безопасно для себя. И еще один очень важный момент, да, это подъемчик пяточки. Это тоже очень правильный такой момент, потому что для, как все говорят, да, ортопеды, что для того, чтобы мы с вами осанку не портили, а наоборот помогали себе, нам нужно, чтобы в зоне пяточки у нас был подъем. У нас здесь как раз переход 1,5 сантиметра от мыса к пяточке. Это самое комфортное. 4,5 сантиметра в зоне пяточки. То есть нам будет абсолютно безопасно и удобно. Легкие, теплые. Посмотрите, какой температурный режим, до -35 градусов. Легкие, теплые и подойдут идеально для очень объемной ножки, у кого отекают. 9-й, 10-й объем, да, полнота она называется. Итак, 3 цвета на выбор. Давайте выбирать ваш. У нас есть черный цвет, обратите внимание. Мне нравится, что это не просто черный, здесь есть рисунок. Да, посмотри, вот в зоне язычка мы как раз придумали, да, вот такое разработали, вот такая вот лента, она тоже вязаная, то есть все текстильное. Внутри у нас овечья шерсть и красный такой вот яркий акцент, опять же настраивающий, да, на праздник. На бежевый, обрати внимание тоже, какой он красивый. Да, этнические такие рисунки, обратите внимание, да, вот прямо зимнее настроение. И кофейный, 3-й цвет, выбирайте свой. Внутри натуральная шерсть, тепло, легко, свободно. Ну что ж, друзья, 3499 рублей. Цена действует только один день. Это самая выгодная покупка сегодня для вас. Звоните и заказывайте сразу, потому что у нас в ограничении главный товар дня. Что хочу сказать, размеры у нас от 36 до 45. Первого. Я выбрала для себя сегодня эти валенки. Вот смотри, Оль, я в магазинах чаще всего на свой 39-й, 40-й все-таки выбираю, потому что часто чуть-чуть маломерят, немножко где-то, думаешь, будут жать, где-то будут давить. Здесь же я смело выбрала. У меня 39-й размер. Посмотрите, легко, вот одним движением просто в 39-й я запорхнула, все, зафиксировала, то есть они
полноценный размер. Абсолютно. То есть 39 значит 39. Да. То есть мы берем размер в размер. Я хочу обратить внимание, опять же, на очень важный фактор, да, это то, что эти валеночки рассчитаны на хорошую полноту. Причем эту полноту мы можем с вами отрегулировать, если мы говорим про верхнюю часть с помощью застежки, да, застежка у нас велькро, или липучка наша любимая, как мы ее всегда называем, да. А вот нижняя часть, опять же, кто любит носить носочки, пожалуйста, кто хочет надевать на голую ножку, я прям рекомендую, потому что это действительно самый лучший способ молниеносно согреть нашу ступню. Мало того, когда мы надеваем на голую ножку, у нас происходит постоянный такой вот микромассаж стоп. А на стопах у нас находится более 100 очень важных точек. И каждая биологическая вот эта вот точечка, которая находится на стопе, она связана с определенным органом. То есть мы с вами ходим в валеночках, а прорабатываем абсолютно весь организм. Вот это бренд Фабади, друзья. Я обожаю этот бренд. Бренд родом из Монголии, собственно. Я знаю даже история создания. Она, да, ну, семейная такая, добрая. Абсолютно. Ты знаешь, вот почему я тоже влюбилась в бренд Фабади, узнав про историю, два брата, это Батар и Джаргал, которые организовали, собственно говоря, первую вообще фабрику и производство для своей мамы, которая ткачиха, в общем-то, она всю жизнь проработала сама руками. И, конечно, для того, чтобы облегчить этот труд, мало того, те изделия, которые выходили из-под ее вот рук, да, они пользовались огромной популярностью. И все с ближайших селений, они, собственно говоря, приходили именно к ней за этими изделиями, потому что они были пропитаны прям тоже вот этой заботой, любовью, да, вот этим вот теплом. И, конечно, они захотели помочь, собственно говоря, и расширить, да, вот уже такое вот семейное производство. Свои отары, свои стада, своя фабрика. Посмотрите, какая красота. Вот что предлагает нам бренд Фабади, любимый бренд, сырье из Монголии. Здесь у нас и натуральный вот такой вот войлок. Внутри у нас все, давайте посмотрим, это шерсть. Овечья шерсть густая, плотная. Мы используем очень густой подшерсток для того, чтобы ваши ножки было комфортно даже при минус 35. Я прям хочу подчеркнуть. Да. Вот это вот очень важно. Самые сильные такие морозы, да, нам абсолютно будут не страшны в таких валеночках. Абсолютно. Хоть на босую ножку можно носить такие валенки. Сегодня это тренд, сегодня это главный товар только сегодняшнего дня. Звоните и заказывайте прямо сейчас.